Белочка-умелочка, под зеленою сосной вырос домик расписной, и жила в нем Белочка, Белочка-умелочка. Хорошо она жила, чай с орехами пила, вечером на лесенке распевала песенки. Наша белка-мастерица шила кофточку лисицы, а зайчонку тапочки на четыре лапочки, медвежонку-распашонку, всем бельчаткам по перчаткам, даже мышке маленькой сарафанчик аленькой. И грибы она сушила, и зверят она лечила. Все умела белочка, белочка-умелочка. Прилетела журавлиха и сказала, плача тихо: «Приходи к нам, Белочка, Белочка-умелочка, мой ребенок журавленок только вышел из пеленок, простудился на ветру и теперь лежит в жару». Белка бросила работу, поскакала на болото, где лежал на камыше журавленок в шалаше. Он стонал, не брал игрушек и совсем не ел лягушек. «Ты поправишься, дружок, ну-ка, выпей порошок!» Не ленился журавленок, не упрямился, пил лекарство журавленок и поправился. По лугам он стал гулять, над болотами летать, вылечила белочка, белочка-умелочка. И пришел к ней серый волк. Серый волк зубами щелк. Он слезами обливался, тихо в двери постучался. «Приходи к нам, Белочка, Белочка-умелочка, плохо бедному волчонку, он лежит и плачет тонко. Ты мне сына вылечи, кость из горла вытащи». Белка хвостик распушила, к волку в хату поспешила, чтоб волчонка полечить, кость из горла удалить. А волчонок-то не плачет, он поет и резво скачет. Ну какой же он больной, твой волчонок озорной? Старый волк расхохотался: «Хо, он болеть не собирался, просто мы поесть хотим, и сейчас тебя съедим». Обманули белочку, белочку-умелочку. Белка волку отвечала: «Испеки меня сначала, я сырая, невкусна, потому что не жирна». Старый волк мигнул волчонку и открыл в печи заслонку. «Ну-ка, белка, в печь садись, да скорее испекись!» Белка прыгнула вперед, заскочила в дымоход, по трубе полезла выше, вот она уже на крыше. «Как завыл тут волк со зла! Ай, держи! Ушла, ушла!» Он кряхтя полез за нею и в трубе застрял по шею. Головою закрутил, всю трубу разворотил. В эту пору на озера пролетали журавли, подхватили белку с крыши и от волка унесли. Вот и домик расписной под зеленою сосной. Снова дома белочка, белочка-умелочка. Но в полете где-то в тучах уронила белка ключик. Что ей делать? Как ей быть? Нечем двери отворить. И пошла она к соседям. Позвала она медведя. Толстый ключ принес медведь, стал пыхтеть, замок вертеть. Прибежала к ним лисичка, принесла свою отмычку. Зайка даже грыз замок, но разгрызть его не мог. Лось боднул замок рогами, повалился вверх ногами. Дятел клювом подолбил, только клюв себе отбил. Отпирали, отпирали, даром время потеряли. Сколько ни стараются, замок не отпирается. И пришел к ним серый волк. Серый волк зубами щелк. «Я, друзья, иду на помощь. Без меня замок не сломишь». «Нет, — сказала белочка, белочка-умелочка, — ты ко мне в друзья не лезь. Ты меня задумал съесть».
звери тут как рассердились, как на волка напустились, и давай его кусать, и царапать, и клевать, приговаривать. Ты не трогай Белочку, не обижай Умелочку. Битый волк, визжа и воя, убежал от них стрелою. Суматоха улеглась, только дверь не отперлась. Вдруг веселый журавленок прилетел с лугов зеленых. Он принес не червяка, белкин ключик от замка. На лугу в кустах колючих отыскался этот ключик, и хозяйка ключ взяла, сразу двери отперла. Тут все стали танцевать, стали белку в гости звать. Приходи к нам, Белочка, Белочка, Умелочка. Торопей. Мой приятель Торопей прыгал, словно воробей. Был он Коля или Валя, не припомню, хоть убей. Все его иначе звали. Торопей да Торопей. В первом классе он учился, торопился на урок, а за партой крутился, как запущенный волчок. Зададут ему задачу, мигом схватит он тетрадь и задачу на удачу принимается решать. Не терпелось Торопею, не сиделось Торопею, все хотелось Торопею дело сделать поскорее. Папы с мамой дома нет. Что состряпать на обед? Разве худо съесть три блюда? Суп и кашу и компот. Только худо мыть посуду, много времени уйдет. Торопей летал, как пуля. Он налил воды в кастрюлю и добавил молока. Бросил рису из кулька, чернослива и картошки, и селедочки немножко, ложку соли, две фасоли и головку чеснока. Фрукты, крупы, кильки, тюльки, все кипит в одной кастрюльке. Как назвать его еду, я и слова не найду. Пахнет кисло и капустно, и компотно, и невкусно. От глотка еды своей поперхнулся Торопей. В сараюшке у соседки в решете сидит наседка. Больше 3 недель подряд ей высиживать цыплят. 3 недели? В самом деле, удивился Торопей, неужели 3 недели? Пью, я бы высидел скорей. Торопей согнал наседку, в решето уселся метко, посидел, погладил чуб, а скорлупки хруп да хруп. Начинается, ребята, вылупляются цыплята. Заглянул он в решето, в решете совсем не то. На штанах желтеют пятна, и смотреть-то неприятно. Чем их мыть и как их мыть? Проще новые купить. В магазине Торопей. Дайте брюки поскорей. Продавец ему в ответ: детских брюк сегодня нет, а для взрослых, например, 52-й размер. Ха, дайте мне хоть 102-й, отвечает наш герой. И в широких новых брюках возвращается домой. Брюки сморщились в гармошку, на груди ремня застежка. Что за чучело идет, удивляется народ. Из какого огорода появилась эта мода? Кто бедняжечку в мешок завязал на ремешок? Да, костюм довольно странный, вероятно, иностранный. Торопей пришел домой и с серьезной рожицей, словно опытный портной, взял большие ножницы. Мигом он свои штанины обкорнал до половины. Торопился Торопей, вышла левая длинней. Подровнял ее, ругая, а теперь длинней другая. Отхватил ее кусок, срез пошел наискосок. Как он стриг, смотрите сами, брюки сделались трусами. Он швырнул их на кровать, стал штанины подшивать. Чтобы дело шло скорей,
Взял он нитку подлиннее, потому что нелегко нитку всовывать в ушко. Нитка кольцами свернулась, нитка змейкой протянулась, и по комнате стрелой торопей летал с иглой. Он истратил пол катушки, он пришил к своим трусам одеяло и подушку, и себя припутал сам. Нет конца моей работе, пусть ее закончит тетя. К тете в гости он пришел и хотел присесть за стол, но сказала тетя Тома: добеги до гастронома. И успела крикнуть вслед: да постой, купи конфет. 3 минуты с половиной он бежал до магазина. Дайте мне скорей конфет, заверните их в пакет. А каких конфет вам надо? Карамели, мармелада, может, нужен леденец, уточняет продавец. Торопей, не рассуждая, говорит: сейчас узнаю. К тете кинулся бегом и вернулся в гастроном. Мне, пожалуйста, 200 карамели граммов 200. А какой вам нужен сорт? Лето, осень, старт, рекорд? Капли пота вытирая, торопей сказал: узнаю. К тете кинулся бегом и вернулся в гастроном. Мне, пожалуйста, 200 граммов школьной смеси. Стал платить он за пакет, а в кармане денег нет. Да чего же неприятно 3-й раз бежать обратно. Ну, купил ли ты конфет? Он ответил тете: нет. Бегал-бегал, надоело. Дайте мне велосипед. С видом гордым и победным на седле велосипедном вдоль по улице прямой торопей катил домой. Только Норов был несносный у машины двухколесной, потому что, как назло, на столбы ее несло. Хорошо вперед катиться, хорошо лететь, как птица, но кому приятно лбом встречаться со столбом? Резко он свернул с дороги, над рулем мелькнули ноги, торопей, как метеор, сходу врезался в забор. Не пугайтесь, жив мальчишка. Лишь на лбу вскочила шишка, расцарапана щека, да ушиблена рука. А машина уцелела. Удивительное дело! Торопей пришел в больницу от ушибов полечиться. Он задрал рукав к плечу, показал синяк врачу. Дайте мази самой лучшей и скажите, дядя врач, почему я невезучий? Отчего мне нет удач? Доктор выслушал больного и сказал такое слово: ты торопишься всегда, в этом вся твоя беда. Очень плохо быть улиткой, но уж ты, брат, слишком прыткий. Надо думать, где спешить, чтоб людей не насмешить. Если будешь торопиться, как всегда, не сумеешь излечиться никогда, не сумеешь научиться ничему. Уж поверь ты, милый, слову моему.